Цинь-Ката родом из Китая. Известный окинавский мастер Кани учился в мастер-классе с 1868 до 1881 года. Именно в это время он выучил ката гадзю у легендарного китайского мастера Дзюдзюко. По возвращении на Окинаву мастер Хигона передал эти ката своему лучшему ученику, мастеру Джоджи Мияги. Мастер Мияги, в свою очередь, передал ката своему протеже, мастеру Аничи Мияги. А тот, в свою очередь, передал их мастеру Мориего в их полной неоригинальной форме вместе с глубокими боевыми смыслами, которые они представляют. Это имя означает «контролировать». Это интерпретируется как означающее. Выводящий его из равновесия, контролировать его, а затем атаковать с близкого расстояния, тем самым побеждая его. Выводящий из равновесия, затем атакующий и бросающий в комбинации, типичный для техники резания по санкциям и практического применения. Сейчас мастер Хига Онна продемонстрирует и объяснит важные моменты произнесения чунката. Зачерпывающий блок. Стремись поймать. Это даст тебе максимум. Хватай за запястье, тебе нужно убежать от такого столба. Поймав локоть, ты можешь войти. Атакуй. Это доставлено близко к телу. Это движение важно для гармонизации дыхания. Когда ты наносишь удар по дыханию своего противника, ты должен сочетать свое собственное дыхание при атаке с дыханием своего противника. Дыхание исходит от него, тот. Внутренние силы физической силы, которая в совокупности образует мощную атаку. Следовательно, слаженное движение. Дыхание глубокое, как в санкционированном. Плавно вдыхай и выдыхай через нос. Сурияси, сделай вид, что делаешь шаг. Сурияси развивает скорость при движении вперед. Не отрывай подошву стопы от пола. Сурияси должен двигаться плавно и беззвучно. В этом примере мастер двигается прямо и быстро, а затем прикрепляется. В этом заключительном положении могут быть использованы различные техники. В движении используется сжатый кулак. В применении. Его также можно использовать. Всегда целись. Жизненно важно. Увеличенные часы. В центре внимания.
При применении нижняя сторона предплечья также может использоваться в качестве демонстрации мастига. Блок направлен на жизненно важную область. Ударь в жизненно важную область у основания черепа. Это одна из самых уязвимых эпох на человеческом теле. Входи. Движение осуществляется в одну сторону. Применение во многих отношениях интерпретирует эту технику. Дыхание очень важно. Вдыхай, когда ты блокируешь, выдыхай, когда завершаешь движение. Важно гармонизировать дыхание и движение, чтобы правильно выполнять упражнения. Этот прием можно интерпретировать как атаку на блок. Существует множество целевых областей в зависимости от ситуации и типа телосложения противника. Цель состоит в том, чтобы усилить их. Если ноги сильные, то и техника рук тоже станет сильной. Ты в порядке? Ключевой точкой блока является большой палец. Это автоматически сжимать и разжимать пальцы. Руки сводятся вместе с одинаковой силой. Не сосредотачивайся только на правой руке. Открытая рука может блокировать или наносить удар. З, ладонь, и пальцы левой руки. Давай продемонстрируем. И, возможно, их также можно использовать для захвата и вытягивания. Сосредоточь пальцы на левой ладони. Ты должен осознавать каждый из них индивидуально. Как прежде, ты должен осознавать каждую часть своего тела. Ты должен осознавать каждую мельчайшую деталь. Точно так же, как ты осознаешь каждый отдельный палец ноги при выполнении санкционного ката, ты должен осознавать каждую технику пальцев. Входи. Мой. Блокирующая рука движется по кругу. Однако блокирующая рука опущена вниз. Когда блокирующая рука опускается, рука наносит удар вверх. Окончательная поза та же, техника другая. Основной смысл этой оборонительной атаки сзади. Спина должна касаться. З. Фенда должен быть немедленно направлен в атаку. Как и в случае с санкцией, важно тренировать чувствительность и осознанность мышц спины.
Глаза смотрят вперед. Концентрация направлена вперед. Лос-Анджелес. Локоть. Точно так же. Входи. Сломай хватку, показано. Повернись лбом и поднимись. Держи локти плотно прижатыми к бокам. Руки должны быть под локти. Ты должен был. Требуется техника. В этой технике противоположный край. Затем в одно мгновение поднимите руки вверх. Представь себе птицу, расправляющую крылья. Как бы ты ни говорил или не объяснял раньше, это должно быть выполнено плавно и с большой скоростью. Круговой локоть. Сначала укрепи локоть. Ближе к концу движения сосредоточься на нижней стороне предплечья, ладонях и пальцах. Напряги руку, чтобы сделать пальцы сильнее. Как показывает практика, локоть используется для блокирования, пальцы для удара. Ну,